Всем привет, наши дорогие друзья и подписчики! Вы на канале Three Little Brothers, и сегодня я покажу вам новую коллекцию игрушек из Макдональдса, приуроченную к выходу мультика «Суперсемейка 2». Также мы поиграем в приложение для этих игрушек, и я расскажу, как получить призы от нашего канала. А сейчас я покажу вам коробочки. Сегодня их целых три. Вот первая коробочка выглядит так. Тут вот такой вот пазл игра, улыбочка и что-то о приложении. Так, посмотрим вторую коробочку. Так, вот она, семейка наша интересная. Вот такие вот штучки на пальчик. Так, и тоже что-то о приложении. И третья коробочка. Так, вот такая вот тут игра. И тоже о приложении. Так, ну что, а теперь давайте покажу вам игрушечки. И первая игрушечка у нас будет сам мистер Исключительный. Давайте посмотрим на него. Вот так он выглядит. Так, и посмотрим, что он умеет делать. Значит, у него вот так вот рука отстраняется в сторону. Опа! И он разбивает камень. Вот такие дела. Давайте поставим его вот сюда. И посмотрим на следующую игрушку. Это у нас его прекрасная жена Эластика, да? Ух ты! Смотрите. Так, она на своем супер мотоцикле, который тоже эластичный, как она. Посмотрим. Опа! И вот так она удлиняется и крутится в разные стороны. Вот так вот. И ловит злодеев на своем мотоциклике. Так, давайте закрепим ее и поставим рядышком. Так, и следующая у нас игрушечка — это Вайлет. Смотрите, какая она прикольная. Она в шарике. На такой вот подставочке. Так. И закрываем этот шарик. Ага, смотрите. Я кручу шарик, но она вот так держится в нем. Прикольно. Можно вот так прокатить и посмотреть. Вот такая вот. Опс, игрушечка. Поставим этот шарик вот сюда. Так, что-то они не стоят, игрушечки. Следующая игрушечка у нас вот такая. Так, это Дэш, братик Вайлет. Давайте посмотрим на него. Вот такой вот он прикольный супергеройчик, который обладает очень суперскоростной силой, да? Так, давайте посмотрим, что он умеет делать. Я отодвину немножечко коробочку и покажу, как нужно его крутить. Значит, у нас есть вот такое вот устройство. Сюда мы ставим палец и крутим. В общем, вот такая вот идея. Поставим тебе сюда. А следующая игрушечка у нас вот такой маленький, красивенький Джек-Джек. Давайте посмотрим на него. Смотрите, какой он классный. Так, вот такой чубчик у него. Сейчас на нем он будет левитировать. Вот такая подставочка. Мы ставим сюда. Так, хорошенько вот эту штучку нужно придавить. Так, вставляем. Так, и крутим очень аккуратненько, иначе он упадет у нас. Он же маленький. Так. И вот так вот он у нас раскручивается. Такая вот игрушечка. Поставим аккуратненько тебе сюда, Джек-Джек. Вот так. И начнем смотреть дальше. Так. Вот такой вот друг семьи, который все замораживает. Так, посмотрим на него. Что же он делает? Так, он просто едет. Просто вот так катается и все замораживает. Понятненько. Ставим тебя сюда. Так, кто же дальше у нас? Ага. Так. Наша дамочка Эдна придумывает костюмчики и сидит на своем креслице. Ну все, больше она ничего не делает, кроме как вот так качается. Хорошо. Что же дальше у нас? Это мусорный бак. Отлично. Так. Что же в мусорном баке у нас?
веночек дам. Оно так едет, едет и выглядывает. Вот такая вот идея прикольная. Так, поставим тебе сюда веночек. Ну и следующая игрушечка у нас опять эластика. Смотрите. Вот такая вот она сильная, гнущаяся эластика. Что же она делает? Смотрите. Опа! И она раздвинулась. И все. Вот такая игрушечка. Так, не знаю, стоит ли она. Наверное, не стоит. Поэтому я ее сюда положу. И дальше посмотрим. Ух ты, опять малышек. Малышек Джек-Джек. Смотрите. Тут он такой вот возмущенный. Или непонятливый такой. Что же он делает? Смотрите, сзади у него ключик заводной. Давайте заведем его и посмотрим. Так, заводим, заводим, заводим. Ой. Он и так трясет. Сейчас я поставлю на стол, чтобы было лучше понятно. Так. Вот так вот он делает. Вот такой маленький Джек-Джек. Ставим тебе сюда. Ну что, ребята, а теперь давайте поиграем в приложение. Загружаем приложение. Давайте посмотрим, какие игры тут у нас. Так. Привет, коробочка. Ну, давайте начнем сразу с вот этой первой игры. Они предлагают нам сосканировать игрушечку. Кстати, тут можно сканировать даже молоко, дольки, яблочный и йогурт. Интересно. Так, ну у нас игрушечка. Давайте сосканируем маленького Джек-Джека. Так. Ух ты, вот такой шарик выпал. Что же они нам дадут за эту игрушечку? Ух ты, вот такая вот наклеечка. Так, смотрите, сколько наклеечек уже мы собрали. Такая вот штучка. Так, вернемся назад. А, они предлагают играть сразу музыкальные инструменты. Так, ну, это играем в них потом. Так, игрушечку мы сосканировали. Давайте посмотрим здесь. Это рисовашечка. Так. Посмотрим. Так, давайте порисуем Дэша. Так, я рисую не очень аккуратно, чтобы быстренько вам показать, что это такое. Так. Опа, смотрите, как он побежал. Медленно, медленно, быстрее, быстрее. Вот это он разогнался. В общем, вот такая игра. Ура, нам что-то дали. Классно. Так, давайте посмотрим, что же тут еще есть. Мы можем разукрашивать вот такие разные картиночки. Просто разукрашивать. Так, а вот здесь мы можем делать наклеечки. Берем вот такой фон и вот так расставляем героев. Так, тут можно вот так вот размазать. Так, кисточкой вот так вот рисовать.
карандашиком вот так вот и стерочкой стереть. Вот так вот. Давайте посмотрим другие игры. Так, рисовашечку мы сделали. Так, давайте вот здесь вот посмотрим, что нам предлагают. Ух ты! Тут такие две игры у нас загружены. Давайте вот в эту поиграем. Так, для того, чтобы пройти эту игру, мы должны вот так вот делать. Все понятно. Так, что же тут надо делать? Естественно, должен малыша посадить. Так. И довести его до места назначения. И все. Потом уровни усложняются. И, допустим, малышей тут два становится и так далее. Так, давайте в следующую поиграем. Так. Кто же тут у нас? Так, тут все то же самое. Нужно наклонять вверх-вниз, понятно. Так, тут Вайлет будет. Ей нужно добраться докуда? До вот этой звездочки тоже. Так, обойти все препятствия нужно. Так, аккуратненько катим ее. Катим, катим. Так, 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 не падай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. А, куда ты ушла? Куда ты укатилась, Вайлет? Давай, 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 давай. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Назад. Ура. Ну и тоже так же дальше. Разные уровни сложности. Так, посмотрим, какие еще тут у нас есть приложения. Так, героев мы поиграем. Так, и такой музыкальный. Так, музыкальное приложение. Угу, тут есть несколько видов инструментиков. Мы возьмем вот этот. Так, практика. Классно они, кстати, звучат. Прикольно, дико. Так, вернемся назад. И челлендж. Я должна повторять. Так вот. Раз. Раз, два. Раз, два, три. Ну и так далее. И вот так вот выигрывать что-нибудь. Так, что они мне тут дают? А, ну ладно. Так, давайте дальше посмотрим. Так, а все, ребятки, мы посмотрели все игры. Игры очень простенькие, кстати. И мы купили себе даже вот такую вот игру. Потому что нам очень понравился мультик. Вот, мы сейчас в нее играем. Такая вот классная игра. Кто захочет, может тоже поиграть. Так, ну что, ребятки, теперь я вам расскажу, как получить призы от нашего канала. А получить призы от нашего канала очень просто. Достаточно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии написать, какой приз вы хотите. Вот я их сейчас буду листать. Вот такие футболочки, футболочки, платьице вот такое для девочек или вот такой набор фигурочек. Вот. Результаты конкурса я напишу в описании под видео, когда видео наберет 2 миллиона просмотров, а канал 20 тысяч подписчиков. Ну что, ребята, подписывайтесь, приглашайте своих друзей. Пишите мне комментарии. До новых встреч. Пока-пока.